задача BRICS – это создать объединение между людьми, создать People Network. Вот. То есть я бы как бы, ну, как вице-президент BRICS International, например, сейчас было бы полезно собрать все телестудии BRICS, кто-то бы, если взял лидерство, объединил их в одну сеть и посмотрели, кто чем занят, и создали такой нетворк BRICS телевидения в каждой стране, что было бы очень полезно. И потом, я считаю, все-таки, несмотря на то, что мы BRICS-овцы, и вот я вот посмотрел, я побывал в Индии, я, значит, посмотрел вокруг, и я понимаю, что мы, несмотря на это, все-таки где-то как-то разрознены. И вот, допустим, один диалог людей – это очень полезная организация телемостов. Потому что это вот один из вариантов, допустим, сейчас, ну, как бы на повестке дня он как бы назрел, вопрос соединения с нашими республиками, с Украиной и со среднеазиатскими республиками. И организация телемостов, чем люди дышат, чем они думают, какие у них мысли в голове. Даже смотрите, этот коронавирус, мы могли бы послушать, что происходит в разных странах. Да, вот сейчас бы раз соединились, это телевидение. Ребята, что у вас, как ваше настроение, куда мы идем? Стоит ли нам тут психовать, или надо просто мыть руки, значит, ну там, да, разумно чихать, полоскать горло, а не слать друг другу истеричные письма. Вот, не впадать истерики. Психовать точно не стоит. Спокойствие, ну, прежде всего. Вот, понимаете как, ну это когда сидит аудитория, понимаете, как можно делать такие телемосты не такого уровня, как делает, допустим, ну, вот наше телевидение, зачастую, я не буду перечислять поименно, значит, с нагнетанием негативных эмоций, значит, и выяснением, кто прав, кто виноват. А давайте поговорим, вот, как мы будем жить дальше, как вы видите мир, как вы видите мироустройство, понимаете, как вот эта вот атмосфера свободной дискуссии, чем люди дышат, она очень интересно создает внимание, потому что на самом деле все, что с нами происходит, это не то, куда направлено наше внимание. Мы начнем формировать общественное мнение. Я бы сказал, это не в рамках дискуссии, а в рамках поделиться.